Приветствую. Меня зовут Владимир Смолер. По просьбе прекрасной ока и Насти Казаченко-Стравинской для проекта Pump Up the Volume я постараюсь кратко рассказать о себе. Чем занимаюсь, какие идеи меня вдохновляют и что из этого получается. Итак, родился я в 1968 году в Великобритании. После подавления советскими танками Пражской весны наша семья была вынуждена покинуть Англию, и детство мое прошло на родине родителей в Беларуси. Мой отец был инженером-изобретателем, что предопределило мой интерес к естественным наукам и мой первый диплом физика-исследователя. С распадом Советского Союза научная деятельность в стране пришла в упадок, я занялся бизнесом и параллельно получил второе экономическое образование, а позже и степень MBA. Кроме того, у меня есть хобби, я историк-любитель, специализирующийся на раннем средневековье. Ну и, конечно, сколько себя помню, осознанно или неосознанно, я всегда рисовал и философствовал под музыку. Первая выставка была организована на физтехе. Там же у меня появилась первая художественная мастерская, что не мешало, а скорее помогало моим изысканиям в области физики твердого тела. Ой, извините, не так растет. Это и определило направление моих художественных изысканий. Искусство как способ исследования, способ познания. Поэтому я использую различные художественные практики от традиционных жеста и текста до ультрасовременных мультимедиа и элементов теории управления. В качестве иллюстрации этого тезиса хочу предложить вашему вниманию несколько работ. Первая работа сделана совместно с Владимиром Ивановичем Мартыновым. Называется она «Послеполуденный отдых Баха». Она посвящена созерцанию как важнейшему принципу научного познания, проверке умозрительных гипотез экспериментальными данными. То, что мы придумали, мы должны почувствовать, увидеть, услышать, потрогать, попробовать на вкус и запах, иначе наши идеи в лучшем случае так и останутся в мире художественной реальности. Послеполуденный отдых Баха – это пристальное наблюдение, я бы даже сказал, созерцание звука, от атома до полной картины окружающего мира, сотканного из этих атомов. От обертонов отдельного инструмента и простой музыкальной фразы до синтеза замечательного произведения, напоминающего сочинение эпохи барокко, эпохи научной революции. Идея этой видеоинсталляции не затейлива, она нарочито минималистична, как просто все, что уже открыто, и рассказал вам об этом тот, кому это очень интересно. Две следующие работы посвящены идее о том, что образование без интереса к изучаемому предмету невозможно. Без интереса возможно только программирование, которое, как мне кажется, доминирует в современном мире. То есть можно запрограммировать человека совершать нужные действия, чем зачастую злоупотребляет реклама и пропаганда, но невозможно заставить думать. Потому что процесс размышления, а не подбор готовых ответов, очень трудоемкое, а иногда и болезненное занятие, причиняющее страдания, ну почти как любовь. И если вы не умеете получать от этого удовольствие, все пропало. Подбор готовых ответов, особенно сейчас, когда информационная революция превратила маргинальные теории заговоров в мейнстрим, весьма опасное занятие. Не стать приверженцем реакционных теорий вроде плоской планеты или обыкновенного фашизма достаточно сложно без навыка рационального мышления. Поэтому в предлагаемых работах я обращаюсь к модернизму, к истории 20 века. Выход, на мой взгляд, один – заинтересовать человека в теме, тем самым вдохновить его на изучение предметом самостоятельно, побудить его к приложению интеллектуальных усилий, дабы он научился получать наслаждение от собственного понимания, от собственных открытий, собственных творений. После этого, как мне кажется, заставить такого человека не думать уже будет просто невозможно. Первый проект, о котором я хочу здесь рассказать – короткометражный мешап-фильм «Транссибирская сюита». Это мой комментарий к поэме-коллажу «Проза о Транссибирском экспрессе» и «Маленькой Жене Французской». Совместный букарт-проект 2013 года пионера модернистской литературы Блеза Сандрара и одной из ярчайших звезд авангарда, а также землячки моего деда по материнской линии Сони Делано. Сюита сделана в стиле рекламных видеороликов, только с гораздо более высокой частотой смены сцен. Я бы даже сказал, предельно возможной для человеческого восприятия частотой, достигаемой за счет использования техники мешап. С одной стороны, это история вымышленной любви между Блезом и Сони, растянувшейся на весь 20 век. Хотя результат их сотворчества, их совместного открытия в моей голове укладывается исключительно как акт любви. Здесь я не вру. С другой, это фантастическая гонка композиторов на паровозах по просторам России 20 века. С головокружительными виражами, пит-стопами и запахом гари, где со старта вперед вырывается Стравинский, потом уступает Шостаков,
Шостаковичу, далее Прокофьев, опять Шостакович, Колтрейн, на финише опять Стравинский, но финиширует невесть откуда взявшийся и непонятно на чем двигающийся Кендрик с антинаучной скоростью в 10-12 скоростей света. Вы спросите, почему Хендрикс? Да потому что All Along the Watchtower прочно ассоциируется с собственным научным опытом в мои 23. Да и записывать эту песню Хендрикс начал в день моего рождения, в 68-м. Транссибирская свита получила много отзывов и еще больше вопросов. Поэтому следующий проект «Победа над» или «Солнце 2» был задуман как опера, для которой, как это принято, написан либретто. Само либретто небольшое, всего 9 страниц, но к нему прилагается еще 150 страниц примечаний, то есть это опера-энциклопедия, точнее карманная энциклопедия. Когда я писал примечания, постоянно ловил себя на мысли, что поверхностно копаю материал. Оправданием было только то, что даже Дидро с Даламбером привлекали к работе над своей великой энциклопедией большое количество специалистов, да еще каких. Опера посвящена футуристам и, очевидно, главный персонаж Маринетти. Одна из самых спорных фигур в искусстве 20-го века. Маринетти он кто? Вдохновенный гений или фашистующий демагог? Опера не отвечает на этот вопрос. Она скорее его задает, как предлог для того, чтобы задуматься о текущих событиях. Именно поэтому для исполнения увертюры приглашаются современные музыканты, современные футуристы. Достаточно радикальный в своем творчестве. Увертюра оперы – это наше настоящее, длящееся, как и положено, переживаемому событию, рутинно и неспешно. Далее, почти в темпе фаустовского «Остановись, мгновение, ты прекрасна» – прошлое. Все 5 актов с прологом и эпилогом за 9 минут 46 секунд пролетают подобно нашим воспоминаниям. И, наконец, будущее. Оно наступает, когда зрители расходятся, оставаясь один на один со своими мыслями. Что это было и вообще что происходит в мире. Если есть вопросы к опере, смотри либретто, а дополнительную информацию можно найти в интернете. А вот о текущих событиях и о будущем думайте сами. Именно от ваших умозаключений, от ваших личных открытий зависит будущее. Вот, собственно, все, что я хотел рассказать для проекта Pump Up the Volume. Спасибо за ваше внимание.